Всем привет, меня зовут Яна, и вы попали на канал Леди Вескер. Сегодня я открываю новую экспериментальную рубрику «Игромнение 18+». Здесь я буду делать обзоры и разнообразные игры взрослого формата. Конечно, при условии, что такая рубрика зайдет и ее будут смотреть. Не забывайте поддерживать меня в этом, для чего надо поставить лайк на ролик и подписаться. Ну и оставить комментарий. Что ж, давайте начнем. Сегодня у нас будет обзор новеллы, которая называется «Женская тюрьма». Это новелла с выборами и хюнтаем. Главный герой – обычный сыч, сидящий на шее у папочки в свои 25 плюс-минус лет. Он не работает, да и девушки у него нет. Отцу это в один прекрасный день надоедает, и он решает отправить сыночку на работу в женскую тюрьму. Охранником, конечно же. Мотивы отца достаточно странные. Он хочет, чтобы наш герой нашел там себе жену среди заключенных девушек. Видимо, папка совсем отчаялся в сыне, раз считает, что только такие могут на него клюнуть. В тюрьме мы встречаем 6 девушек, которые очень жаждут общения с нами. 4 заключенных, работница столовой и начальница тюрьмы. Именно среди них придется выбирать ту единственную. По крайней мере, именно так игрок подумает вначале, но все не так просто. В игре есть много концовок, но большинство из них плохие, так как нужно следить за своими ответами и почаще сохраняться, чтобы не получить заточку в почку. Женская тюрьма богата на диалоги и выборы. Помимо хюнтайной составляющей, тут есть нормальный такой сюжет. Конечно, на серьезность он не претендует, но наблюдать за развитием событий интересно и весело. Некоторые ситуации тут доведены до абсурда, отчего можно словить лютый кек. Это не вредит, а наоборот делает игру забавной. В женской тюрьме присутствует и озвучка некоторых моментов, но меня смутили звуки во время любовных утех. Кажется, здесь разработчики немного переборщили. Что касается рисовки, она сделана качественно. Все персонажи хорошо прорисованы, цветовая палитра яркая и приятная глазу. Особенно виды девушек в неглиже, ага. С каждой дамой есть интимные сцены, наполненные самыми интересными подробностями. Конечно же, ведь это хюнтай. Причем таких сцен может быть несколько. Персонажи в новелле разные, все со своими характерами, отличаются друг от друга не только внешностью. У каждой тут своя история, она раскрывается по ходу общения с девушками. В женской тюрьме есть опции выбора, однако большинство из них ведут в тупик или даже к смерти персонажа, иногда очень нелогичный. В некоторых моментах я чувствовала главного героя козлом, но иначе поступить нельзя, так как умрешь. Вот такие тут иллюзии выбора. Однако и так не везде, не во всех диалогах. Пора подвести итог. Банана Кинг, разработчик игры, собаку съели на таких играх, поэтому будет глупо ругать их за женскую тюрьму, они профессионалы своего дела. Игра получилась отличной хюнтай-новеллой, забавной, где наблюдать за сюжетом так же интересно, как и раздевать девушек. Думаю, скрасить вечер в этой игре окажется приятной затеей. Что ж, я с вами прощаюсь. Не забудьте поставить лайк данному ролику, ведь продолжение этой рубрики зависит только от вас. Всем спасибо за просмотр. Играйте только в хорошие игры. Всем пока!